Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Тамара Козырева, рада приветствовать вас на канале Медгуру. Один из самых популярных роликов на канале был посвящен теме деменция, и мы получили очень много комментариев о том, как же обезопасить себя, как минимизировать риск развития заболевания, особенно если это случай деменции есть в семье. Об этом сегодня и будем разговаривать. У меня в гостях Марина Курганова. Помимо высшего медицинского образования, Марина также системный нутрициолог и есть международная квалификация по ментальному здоровью. Марина, добрый день. Добрый день, Тамара. Я очень рада всех приветствовать на канале Медгуру. Спасибо большое, что вы находите время для таких встреч, для таких интервью. И самый главный вопрос – это действительно ли риск развития деменции выше у тех, у кого есть это в семье, есть это в генетике, или это не связанные вещи? Знаете, Тамар, я хочу сначала сказать о том, что вообще деменция – это такое понятие очень неконкретного заболевания, а скорее это широкий термин для описания ряда нейродегенеративных заболеваний, симптомов, которые приводят к ухудшению функций головного мозга. И если мы говорим о наследственном факторе, конечно же, в первую очередь есть генетическое подтверждение наследственного фактора. И если мы рассматриваем его как APOE4, это аполипопротеин Е, и сейчас очень легко и просто его можно сдать как в ген-тесте, точно так же его можно сдать просто кровь в любой лаборатории, которая присутствует рядом с вашим домом, и посмотреть на возможность в дальнейшем проявления каких-то когнитивных изменений. В первую очередь это мы говорим о болезни Альцгеймера, потому что это один из видов деменции, самый прогрессирующий, самый, скажем так, большой, масштабный на нашей планете. Поэтому APOE4 существует несколько видов в генотипе. То есть если это одна аллель, то, соответственно, это мы говорим о 30% возможного носительства и дальнейших изменений. Если это две аллели, то, соответственно, это от 50 до 80%. А также возможно отсутствие проявлений или наличие этого изменения в этом гене – это 9% возможного дальнейшего изменения когнитивных функций. Но я всегда говорю об одной такой вещи – генетика – это та вещь, которая на данный момент еще коррелируется эпигенетикой. То есть, соответственно, есть факторы, на которые мы можем влиять. Даже при наличии изменений в этом гене, в одной или в двух, когда человек, скажем так, вооружен и знает уже о том, что есть возможные изменения, то возраста 40 лет, а деменция и все дегенеративные изменения начинаются, к сожалению, задолговременно до проявления явных признаков. То есть в этом возрасте начинает вопрос стоять именно о профилактике. И самое вообще явное и лучшее, что возможно для человека, касающегося его здоровья, скажем, на будущее, это профилактика. Есть мнение, что люди, которые ухаживают за дементными больными, у них также повышается риск развития деменции в дальнейшем. С чем это связано? Стресс или какие-то другие факторы? Знаете, это связано, конечно, с психоэмоциональным состоянием этих людей. Это стресс. В первую очередь, это страх, видя то, что происходит с этим человеком, да, и перекладывая какое-то значение на себя, как обычно люди, да, об этом думают. И, конечно же, стрессовая ситуация, потому что нахождение с человеком в глубоких дегенеративных когнитивных изменениях – это большая нагрузка, как физическая, потому что человек по большой степени может находиться и в лежачем уже состоянии, и немощным в определенных своих факторов, также и ментальная нагрузка, именно стрессорная. То есть человеку нужен человек, как говорится. Да? Мозг – это социальный орган. Любая связь, социальная связь – это всегда работа мозга. То есть когда говорится о факторах изменения, да, почему происходит, что происходит. Вот пожилой человек остается один дома, мало общения, на этом все закрывается, но
Здесь это самый один из таких ключевых факторов — социальное общение. А какие еще факторы могут провоцировать развитие деменции? Вы знаете, их существует на самом деле такое, не могу сказать, что большое количество, я не назову их там сейчас 20 штук, но я назову, они очень емкие. Это, конечно, генетика и эпигенетика, которую мы сказали в начале нашего разговора. Это воспаление, системное воспаление. Когда люди, приходящие ко мне на прием, говорят: ну, я редко болею, в принципе, да, у меня ничего не болит. Но когда мы видим анализы этих людей, да, есть определенные системные воспаления, которые не проявляются. Это те же воспаления в ротовой полости. Кстати, воспаление гингивита и всевозможные пародонтиты — это очень большой фактор риска развития дальнейших дегенеративных изменений. То есть это прям действительно, это доказанная научная база, что ротовая полость должна быть всегда в здоровом состоянии. Поэтому обратите на это внимание. Прям действительно важный фактор. Также это является гиподинамия. То есть фактор, конечно же. Гиподинамия – это вообще, в принципе, бич современного мира, потому что очень большое количество людей на работу едет на машине, приезжает на работу, садится за компьютер и точно так же возвращается домой. У людей очень мало активности в течение дня, очень большая нагрузка, и, соответственно, гиподинамия – это тоже очень большой фактор развития. Также питание. Это тоже это глобальная такая часть, потому что, в принципе, когда мы говорим о еде, то мы должны понимать, как говорил еще Гиппократ, о том, что мы то, что мы едим. То есть здесь вопрос питания очень важную имеет роль, полноценного, здорового питания. Также это у нас фактор риска — токсины. Это не так давно вообще тема развивается, но она тоже уже научно имеет доказательства. Микотоксины, всевозможные грибки, плесневые грибки, они тоже очень влияют на человеческий мозг, как и вирусы герпеса, вирус Эпштейн-Барра, болезнь Лайма. Все эти заболевания тоже имеют функцию для снижения когнитивной функции. Также мы говорим об обучении, о когнитивных разных нагрузках. Это очень важно — смотреть и читать книги, смотреть сложное кино, не просто чтобы картинка менялась, а вдумываться, чтобы мозг работал, думал. Точно так же чтение. Чтение книги очень, на самом деле, уходящая, к сожалению, из нашей, я скажу, эпохи вещь. Очень много электронных книг. Но чтение книги, именно бумажной книги, напечатанной, перелистывание страниц, останавливаться на ней, продумывать. То есть это все материал, который в дальнейшем работает на когнитивную функцию. Мы развиваем в этот момент процесс мозга. Есть был даже какой-то челлендж для ежедневного 10-минутного прочтения книги. То есть если в течение 21-26 дней каждый день ставить себе определенное время будильник и читать по 10 минут книгу, человек воспринимает и привыкает к этому занятию. Вот это, кстати, надо делать с нашими детьми, подростками, потому что, к сожалению, вопрос книгу взять в руки, все берут в руки телефон. Вот. Поэтому вот такие вещи, как я назвала, их не так много, это генетика, эпигенетика, воспаление, гиподинамия, питание, микотоксины и обучение когнитивной функции, это те факторы, которые влияют и являются рисками. На них всегда стоит обратить внимание. Это не что-то сверхъестественное. Это мы не открываем Америку или еще что-то. Да? Это не такое новое, как нам казалось бы. Это то, что, с чем мы живем. Мне кажется, мы еще забыли такой фактор, как качество сна. Это вообще безусловно. То есть факт риска. Я обязательно расскажу чуть дальше, или хотите сейчас, про сон. Вообще, насколько важно спать. И для чего это нужно? Есть такая книга прекраснейшая, я вообще ее считаю одной из лучших книг про сон. Я, если нужно, потом поделюсь в комментариях с подписчиками. Там четко можно понять, для чего он нам нужен. Причем это такая ненаучная публикация, очень хорошо написанная, интересная.
книга про сон. Смотрите, я расскажу вот буквально в нескольких словах про сон и почему он так нужен. Сон – это одно из мощных вообще оружий в борьбе с когнитивными изменениями. Деменция – как одно из факторов, да, и болезни Альцгеймера. Ну вот, к сожалению, очень большое количество людей, я встречаю в своей практике очень большое количество людей, которые, в принципе, не считают сон какой-то такой большой проблемой. В современном городе в большом ритме это гиперконкурентность, то есть привыкли все до ночи работать, потом какую-то часть там отходит на отдых, и на 3-4 часа сна считается нормальным, особенно если слишком активный образ жизни, и потом восстанавливается за счет кофе, какого-то там движения, бодрящего душа, и идем дальше. Так нет, сон должен быть минимум 8-часовой. Желательно, чтобы он начинался не раньше, не позже 23:00. Потому что гормон мелатонин – лучшее время для выработки его. Это вообще с 9, но мы давайте так вот прямо уж с 10 до 11:30. Чтобы в 11:30 человек уже точно был в стадии сна. Потому что что такое сон? Во-первых, сон сокращает выработку амилоида. А при изменения дегенеративных мозги, они накапливаются и увеличиваются. Дальше сон – это то, что способствует период сна голоду. Вы не едите, да? Значит, у нас происходит, восстанавливается чувствительность к инсулину. А дальше я расскажу, насколько важен инсулин вообще при дегенеративных изменениях держать в хороших референсах. Дальше сон – это капитальный ремонт нашего организма. То есть во время сна восстанавливаются все функции. Почему, когда человек болеет с высокой температурой, даже если ты не сбиваешь эту температуру, но даешь возможность организму, там, насыщаешь его большим количеством воды и хорошим качественным сном, он сам восстанавливается. То есть здесь все очень прозрачно. Организм наш намного умнее, чем мы. И вот эта перенесенная простуда на ногах с маленьким количеством сна всегда ухудшает, к сожалению, наше состояние для дальнейшей нашей жизни. Обратите на это внимание. Я всегда всем своим пациентам и всем своим друзьям и знакомым говорю. Вот если вы чувствуете, что вы заболели, вот не надо вот это растягивать историю. Я буду ходить, умирать, падать, но приду. Вы день-два посвятите себе, в своей кровати, с большим количеством жидкости, вы поймете, что на третьи сутки вы действительно, если это не какая-то серьезная такая вирусная нагрузка, а в принципе простое ОРВИ, вы подниметесь и будете здоровы и благодарны себе за то, что вы это сделали. Потому что можно растянуть на месяц обычное ОРВИ. Возвращаясь к чтению книг, является ли тогда высшее образование и, допустим, работа в какой-то интеллектуальной сфере, своего рода тоже профилактика деменции? В свое время в Америке брали какую-то статистическую историю и смотрели о людях, преподающих в университетах, и корреляции дегенеративных изменений. Конечно же, что такое педагог? Особенно педагог в возрасте – это общение с молодым поколением. Это очень хорошая профилактика, в принципе, многих заболеваний. Понимаете, это новые мысли, это движение нейронных связей, то есть человек вовлекается в другую среду. Мы каждые 10, 15, 20 лет — это разные поколения. У нас разные становятся музыкальные приоритеты, мы читаем разные книги, у нас появляются новые кумиры. И когда ты можешь эту нить протянуть от своего возраста и принять что-то другое, не отрицая, а просто интересуясь, конечно же, это дает определенную базу для улучшения когнитивных функций. Люди, которые имеют нагрузку, я бы назвала это так, дополнительную в научной литературе, а это литература, которую нужно подумать. Это не просто роман, который ты прочитал и забыл, а это нужно проанализировать. Есть возможность для дальнейшего развития своих
когнитивной функции. Поэтому чем старше человек, тем шире, я считаю, должен быть его кругозор и интересы. Вы сказали, что развитие деменции начинается примерно в 40 лет. И понятно, что на самом начале, на самой ранней стадии это может быть незаметно. Но какие есть звоночки, какие есть сигналы, на которые важно обратить внимание для того, чтобы начать активно что-то делать? Да, Тамара, я сейчас расскажу это на самом деле. И те вещи, которые я назову, не надо искать их у себя, всем сразу я вам скажу. Это просто вопрос о том, что к 40 годам у нас, в принципе, природой заложено, да, что до 40 лет она заботится о нам, а после 40 мы должны заботиться о себе сами. Это физиологический процесс. Поэтому есть определенные факторы, они должны быть, конечно же, более-менее в совокупности, чтобы уже иметь определенные слова о том, что есть дегенеративные изменения. Но все равно человек должен более внимательно, если он что-то в себе подобное замечает, относиться к себе. Хотя бы элементарно сделать чекап и сделать генетический анализ на дегенеративные изменения, чтобы понимать, есть у него такая особенность или нет? Стоит ли ему сейчас бить уже тревогу и начинать о себе заботиться с максимально таким внимательным отношением? Или у него есть немного времени подумать и идти более планомерно? Так что же это такое? Если человек имеет проблему с способностью запоминать лица, вообще зрительная память – это такой тоже очень большой фактор. Когда я не говорю, что некоторые люди, в принципе, от природы не очень внимательны, но это нормально, это их особенность. Но если человек до этого видел все лица, знает, это Вася, это Маша, это Катя, а потом раз в какой-то момент ему кажется, что он их не знает, не видел и забыл, то вот здесь стоит задуматься. Дальше есть умение ясного сознания, особенно в конце дня. Бывают разные факторы, я еще раз повторюсь, да, мы, бывает, устаем, человек на работе, проведенное большое количество времени, в напряженной работе, конечно же, он в конце дня не может сфокусироваться или что-то, принять какую-то более ответственную часть, которую он принял в первой половине дня. Но если это начинает проявляться в течение определенного количества времени, там, вчера, сегодня и неделю назад, и человек начинает задумываться, почему каждый вечер я в состоянии такой разрозненности, и у меня нет этого ясного сознания, что я должен сделать завтра, да? Какой у меня план. То есть это тоже такой небольшой звоночек когнитивных изменений, особенно если это идет повсеместно и на протяжении достаточного времени. Дальше потеря, вот, кстати, потеря интереса к чтению, неспособность следить за нитью разговора. Очень явно проявляется вообще этот фактор уже в более позднем возрасте, когда, знаете, как это, ты говоришь человеку пожилому одно, а он тебе только свое и тебя не слышит. То есть вот поддерживать беседу, проблемы с восприятием фильмов со сложным сюжетом. Я вот когда в начале нашего разговора говорила, это очень важно анализировать. То есть вы посмотрели что-то сложное. Я не говорю то, что легкую какую-то программу, которая, в принципе, вы через час забыли, о чем она, да, для разгрузки. Это тоже нормально. Иногда не хочется напрягать, вот хочется просто посмотреть картинку. Бывает же такое. Но в общем и в целом человек с хорошими когнитивными функциями должен смотреть сложное кино, читать сложные книги и иметь возможность их анализировать. Вот когда только человек понимает, что ему настолько все это неинтересно, он не хочет читать, он не хочет смотреть, он хочет легкую картинку. И это на постоянной основе, то, к сожалению, возможность дальнейших изменений дегенеративных очень высока. Мы всегда должны развиваться, должны развивать свой мозг. Также есть такая утрата способности, знаете, вспоминать прочитанное и увиденное. То есть вроде бы он вчера что-то прочитал и хотел поделиться, но он не помнит, что он прочитал.
Он куда-то съездил, что-то он запомнил, хотел тоже поделиться, но не знает, чем поделиться. То есть это такая вот тоже вопрос. Одно дело, когда от перенапряжения это происходит, да, вот человек уставший, прочитал, на следующий день он понял, что он не осознал, что он прочитал, прочитал, ну и сейчас он это воспроизводит, делится с этим. Это одна история. А другая совершенно история, когда человек не воспроизводит полученную им информацию. Это тоже такой звоночек. Сокращение словарного запаса. Но это, кстати, очень один из таких тоже первых признаков. Когда человек начинает, ну да, короче, длиннее. То есть начинаются слова-паразиты, и нет возможности выразить свою речь более, скажем так, прилагательные исчезают из нее. Нет формулировки длинных сложных предложений. Очень все короткими предложениями. И знаете, как вот ребенок начинает разговаривать вначале, он же строит сначала очень короткие «дай», «мама», «хочу», «мама», «хочу кушать». Вот так же, а дальше с возрастом у него эта функция увеличивается, увеличивается, увеличивается. И возможность дальнейшего обучения, красивой речи, выражения своих мыслей, она только улучшается и усложняется. А здесь происходит наоборот. То есть мы вот... Почему дегенеративные изменения? Потому что это идет откат назад. Снижение скорости мышления. То есть человек не может быстро принять никакое решение. Происходит путаница в словах. То есть он хочет выразить мысль. Знаете, на этот момент я видела людей с проявлениями, они начинают очень сильно нервничать. То есть он хочет это сделать, да, но он не может. Не может, потому что не от того, что он не знает, как он забыл. То есть эта функция мозга начинает угасать. И вот этот... Почему очень часто говорят, что люди с дегенеративными разными изменениями когнитивными агрессивны? Они становятся агрессивны, потому что их не понимают. Они хотят это сказать, они хотят проявиться, а их не понимают. И они не знают, как это сделать. Ну и также трудности с запоминанием, знаете, планов на день. Есть такой даже тест. Там пишется, что ты должен сделать. А как, через какое-то время, там, на следующий день человек не помнит, ни куда положил он этот план, ни что он собирается сделать. И вот эта перегруженность делами, ему кажется, что он что-то должен, много-много дел, но он не знает, что. Это вот эта растерянность. Такая происходит у человека, растерянность от незнания. Еще также происходит нарушение сна. Вообще, мы уже говорили о сне, как он важен. Он важен для любого человека с любыми вообще заболеваниями, не заболеваниями, здорового, больного. Но когда происходит нарушение сна, когнитивная функция очень сильно снижается. Человек не высыпается, как я уже вначале, когда говорила про сон, о том, что у нас во время сна это вот такая, уходит весь мусор. То есть у нас сон выявляется такой, знаете, мусорная машина приехала и все забрала, вывела все, что не нужно. Вот этого не происходит. Соответственно, человек страдает от этого. Ну и трудности использования иностранных языков. Кстати, очень хороший такой тест был, я тоже читала о нем. Вот знал человек французский, там, испанский, ну и русский. И тут он не может воспроизвести. Или он путает французский с испанским, хотя он свободно говорил на нем, а до этого писал. То есть, если есть такое тоже одно из упражнений учить языки, да, для улучшения вообще памяти и когнитивной функции, особенно 55+, они намного сложнее даются, нежели детям и молодому поколению, но это очень важно. А вот здесь они, наоборот, очень так же, как я вначале еще говорила, дегенеративные изменения. Человек знал, а он уходит в минус. То есть вот эти все проявления такие... Это звоночки, знаете, Тамара, это все время звоночки. Просто на них очень часто никто не обращает внимания. Ну, то, что вы озвучили, это уже не звоночки, это уже какой-то набат. А когда вы сказали про запоминание лиц, я, честно говоря, напряглась, потому что я, например, лица очень плохо всегда запоминаю. Но это, допустим, моя особенность. Ну, вы знаете, Тамара, смотрите. Особенность, да, это особенность. То есть, если изначально это все... У меня мама, да, она уже давно пенсионер, она, в принципе, в своей жизни, я сколько в своей жизни ее знаю, помню, да, она всегда плохо запоминала лица. Это ее особенность. Но когда... Но при этом, например, у кого-то другого прекрасная зрительная память. Он запоминает лица, он знает всех,
И тут он начинает теряться. Вот здесь звоночек, понимаете? Окей, пропустили этап профилактики, деменция уже начала развиваться, ну вот в самом начале. А, насколько я понимаю, процесс это необратимый, но есть ли какие-то доказанные эффективные методы, значимо затормозить развитие вот этих нарушений? Знаете, Тамара, я хотела вам сказать еще такой момент, что по поводу необратимости вообще когнитивных изменений. Есть такой американский врач Дейл Брэдисон, он написал книгу «Нестареющий мозг». Если кому-то будет интересно, я очень рекомендую ее к прочтению, потому что она написана очень доступным языком. Это не медицинский трактат для обывателей. И он говорит о том, что на самом деле начальные вот эти звоночки, всевозможные, которые проявления, можно предотвратить. Предотвратить, посмотрев вообще на свой организм немножко изнутри. Я сейчас назову несколько вот таких основных факторов развития, которые нужно посмотреть людям. Это анализы совершенно спокойно, которые сдаются в любой лаборатории. И исходя из этого, можно понять, где начать бить тревогу или просто начать корректировать ту же гиподинамию, то же свое питание, тот же вопрос со сном или коррекцию стресса. И, наверное, начну я с самого такого важного, на мой взгляд, да, анализы. Но я уже говорила про генетику. Я считаю, что APOE4 обязательно нужно смотреть многим людям. В принципе, если есть в роду вообще изменения дегенеративные, у кого-то бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки была деменция, болезнь Альцгеймера, это стоит действительно. Также я хотела бы сказать про гомоцистеин. Я не знаю, почему, но его не так часто вообще озвучивают, эту историю с гомоцистеином. Да? В принципе, он начал свою такую вопрос работы именно, наверное, в ковидное время. Ковидное время, потому что смотрели, как сосудистую историю по нему тоже смотрят очень часто. Гомоцистеин – это аминокислота. И ее уровень всегда повышается при воспалении. В начале нашего разговора я говорила, что один из факторов вообще развития дегенеративных изменений – это воспаление. Но гомоцистеин еще и является фактором, по которому можно понять о дефиците микроэлементов и нехватке микроэлементов. Это тот элемент, по которому можно понять возможность развития инсульта. А все сосудистые изменения, они также непосредственно связаны с дегенеративными изменениями. И самое вообще, на мой взгляд, замечательное, что можно контролировать. То есть можно контролировать уровень этой аминокислоты. Раз. Можно контролировать это за счет сапплиментов витаминов. Можно за счет питания, если оно у вас будет действительно насыщенным и охватит всю нутриентную поддержку. Но это вот то, что нужно посмотреть обязательно. Также нужно посмотреть инсулин. Когда я говорила про сон, я как раз говорила о том, что во время сна мы не раскачиваем наш инсулин, потому что мы не едим. Да, это голодное время. Так вот, инсулин – это тоже та вещь, которую стоит сдать и посмотреть. Я назову референсы, которые указаны в анализах, они немного не совпадают с оптимумом, который рекомендуют врачи, практикующие врачи, для выявления факторов риска. Что такое референс? Это выборка на 1000 человек, на 2000, на 3000 человек. То есть это немножко такая, знаете, расширенный вариант. А есть оптимум, по которому четко видно, что выше границы вот этого показателя всегда могут проявляться изменения. Так вот, гомоцистеин по вообще книге Брэдисона и по многим другим источникам должен не больше быть 7. Вот запомните эту цифру, и когда вы получите свои анализы, если вы захотите их сдать, что ваш гомоцистеин должен превышать 7. Также, что касается инсулина. Инсулин тоже, оптимум и референс очень разнятся. И многие вообще интегративные врачи, превентивные врачи
которые занимаются изучением анализов и ведением пациентов, говорят о том, что инсулин не должен быть больше 5. Поэтому это тоже та цифра, которую стоит запомнить. И инсулин очень важный показатель в метаболическом синдроме, потому что повышенный холестерин и инсулин – это тоже факторы развития дегенеративных изменений и всех сосудистых заболеваний. Поэтому что мы смотрим? Мы смотрим гомоцистеин, мы смотрим инсулин, мы смотрим, конечно же, холестерин, мы смотрим индекс массы тела, он элементарно рассчитывается в программе «Ваш вес, ваш рост» и понимаем, да, есть ли избыток, есть ли недостаток или норма. И исходя из этого, мы уже можем понимать о каких-то дальнейших действиях, о какой-то дальнейшей поддержке со стороны сапплиментов, со стороны спортзала или просто прогулок. Это не обязательно пойти качать железо, я вообще не сторонник этого. Есть очень много, большое количество разных совершенно других видов спорта, которые можно спокойно выполнять самим. Да даже та же прогулка очень полезная, очень хорошая вещь, просто пешая прогулка. Она сразу выполняет кучу функций. Конечно же, поддержка сапплиментами, определенными сапплиментами, да, это витамины группы В, это витамин D, это антиоксиданты. Очень важная вещь, кстати, вообще для организма, антиоксиданты в изменении дегенеративных факторов. Я сейчас назову одну вещь. Не надо бежать сразу покупать всем и начинать ее пить. Я вам сразу говорю, дорогие слушатели, но просто обращу на это ваше внимание, потому что он должен, во-первых, быть качественным, а во-вторых, он не всем прям в показаниях. Я за персонализированную медицину, еще раз повторю, и четким подходом для каждого пациента. Куркума, куркумин. В Индии самый низкий уровень дегенеративных заболеваний. Они повсеместно используют его в питании. А еще куркума и куркумин, и вообще все связанные с этим формы, они прекрасно работают с воспалением. То есть снижают системное воспаление. А как я говорила в начале нашего разговора, что любое системное воспаление, которое нам кажется, что у нас все хорошо, и ничего нет, никаких проявлений, это фактор риска заболевания деменции, ну и, соответственно, разные дегенеративных и когнитивных. Поэтому так на заметку, чтобы понимать, да, что не все далеко препараты, назначенные от деменции, от болезни Альцгеймера, работают хорошо, к сожалению, стоят больших денег, и до сих пор нету того препарата, который бы снял все вообще возможные признаки. И поэтому в первую очередь, я еще раз повторюсь, это профилактические меры, и действительно есть возможность к возвращению когнитивных функций, к улучшению их. Конечно же, я не говорю о последних каких-то стадиях. Я не говорю о тех стадиях, когда человек уже не помнит себя или начал забывать действительно активно своих близких. Нет. Я говорю о тех стадиях, когда человек видит начало когнитивных изменений, когда человек понимает, что он находится в хроническом стрессе, который дает ему вопрос нагрузку с концентрацией внимания, нагрузку с отдыхом, то есть когда человек не может расслабиться. Вы знаете, вот это состояние, когда человек не может расслабиться. И вот это хронический стресс, там поднимается сразу ось ГГН, и ни к чему хорошему, к сожалению, кроме как воспаления и бесконечного выброса кортизола, а он тоже не может работать бесконечно, а потом мы уже говорим о синдроме всевозможных усталых надпочечников, вот это депрессивное состояние и неактивности, это все в когнитивных нарушениях очень сильно проявляется. Поэтому здесь нужно четко понимать, видя свои анализы, что конкретно вам не хватает, какие у вас есть вопросы с воспалением, но сейчас над этим можно и возможно работать. Не нужно пугаться, бояться, считать, что это безнадежно. Нет. Сейчас мир, к счастью, имеет очень большое количество возможностей изменения в обратную сторону многих процессов. И дегенеративные, когнитивные изменения в том числе на начальных стадиях.